Олеся Герасюк проживает в доме номер 154 на улице Садовой. Здание было построено 130 лет назад. В нем до революции Владимир Ленин проводил марксистские кружки. Женщина рассказывает, что с предложениями о переселении к ней пока никто не обращался, несмотря на то, что бытовые условия становятся все хуже. Каждый год какие-то аварии, не один раз за год у нас то вода замерзает, то авария с отоплением, до нас оно потом не доходит. В этом году у нас ужасно течет крыша. У нас трехкомнатная квартира. Живу я с семьей, у меня двое детей, как бы муж и я. И живет моя мама. Мне кажется, мы бы были вполне согласны там на две. Ну, в идеале однокомнатная и двухкомнатная. Ну, мы согласимся на две однокомнатные. В Самарской области с 2014 года действует государственная программа ликвидации ветхого аварийного жилья. По ней необходимо переселить 20 тысяч человек из 8,5 тысяч домов. На это было предусмотрено 11 миллиардов рублей. Полностью достигнуть показателей не удалось. На сегодняшний день не расселено 700 домов, в которых проживает 2 тысячи человек. При этом процесс сопровождается многочисленными нарушениями. В 2018-м их было 118. По результатам одно должностное лицо оштрафовали, вынесли одно предостережение и направили иск в суд. В этом году 41, по ним вынесли 11 предостережений и столько же исков отправили в суд. В первую очередь незаконные действия касаются комиссии, которая признает постройки аварийными. Об этом на пресс-конференции сообщили в областной прокуратуре. Выявлены нарушения. Нарушения касались несоблюдения процедуры деятельности этой комиссии, сроков принятия решений, формулировок решений, которые принимались по итогам рассмотрения обращений граждан на необходимость признания их домов аварийными. В общем, почти всех сфер деятельности указанных комиссий. Есть сложности и со сносом аварийных домов, из-за которых в районах, где они расположены, ухудшается криминогенная обстановка. Необходимо предусматривать денежные средства дополнительные на осуществление их сноса и освобождение площадок, на которых они расположены. Возможно, там для нового строительства, возможно, для размещения элементов благоустройства. То есть, использовать их в целях во благо жителей города. Если в 2018 году в Самарской области расселили 5000 квадратных метров аварийного жилья и потратили на это 203 миллиона рублей, то в 2019 показатель должен значительно вырасти – до 30 тысяч. Этого собираются достигнуть за счет реализации национального проекта «Жилье и городская среда».